Привет, друзья! На связи Нубик-Кубик! И не удивляйтесь, друзья, то, что сегодня я в таком виде. Ведь, наверное, вы уже догадались, какую игру сегодня я буду с вами играть. И это игра Genshin Impact. Если вы не знаете, то вы можете посмотреть, что это игра. Но все же, возможно, вы не знаете, и из-за этого я вам объясню, что тут вообще надо делать в кратности. И вы не знали, но интересный факт, что я играю в Genshin Impact тоже, и это одна из моих любимых игр. В общем, и сначала я вам объясню, что тут вообще надо делать. Смотрите, заходим, тут есть разные квесты, и разные вот квесты я сегодня с вами буду выполнять и получать за это вот такие вот награды снизу. И так вот, тут выполняем разные квесты, надо мочить разных боссов и так далее. И здесь еще есть такая вот штучка, то, что ты покупаешь за вот эти вот камушки, которые называются примагемы, вот такие вот штучки. Крутишь, вот это называется баннер. И получаешь разные персонажи. И сегодня, я когда вообще играла, я решила записать тоже для вас, потому что думала, что это для вас будет интересно. Ну а что, думаю, вы уже поняли, что здесь, в принципе, надо делать. И сначала я хочу вам показать, какие у меня вообще есть персонажи. Потому что вдруг вы играете, и вам стало интересно, какие у меня есть персонажи. Поэтому заходим сейчас сюда. Так, у меня есть вот он. Потом есть Диона, Эмбер, Сахароза, Ноэль, Рейзер, Беннет, Кея, Лиза, Варвара, Фарузан, этот Синсин вроде бы как, я просто как-то забыла. И как ее, Линет и Ферминет. В общем, вот такие вот персонажи у меня сегодня есть, и давайте выполнять квесты. Так, посмотрим, в принципе, какие у меня есть. Так, давайте зайдем сюда. Так, я сейчас пойду сюда. Буду надвигаться сюда. Перемещаемся по телепорту. И интересно, что же там надо делать? Так, давайте, надо подождать немного. И, друзья, у меня для вас есть только вопрос. Если вы, например, не играете там Genshin Impact, то напишите в комментариях, какой вам персонаж понравился из тех, которых я вам показала сейчас. Но если вы играете, напишите своего любимого персонажа, его имя. И вот, короче, можете написать одного персонажа мужского пола, а другого женского, чтобы два как бы было. Так, сейчас мы надвигаемся на это место, и это, в общем, да, вы поняли. Сейчас прыгаем, так, бежим. Что тут надо сделать? Тут надо какой-то, написано то, что надо сделать какой-то челлендж, связанный со временем. Хорошо, давайте, я постараюсь выполнить этот челлендж. Так, бежим. Так, все. Вот здесь вот. Что же тут надо делать? Видимо, надо встать на эту штучку и... Так, что дальше? Так, и нам говорится то, что надо достигнуть той локации за 25 секунд. Хорошо, я понимаю. Ну, мне кажется, я это с первого раза смогу сделать, потому что это как бы просто достаточно. Поэтому я постараюсь выполнить с первого раза. И думаю то, что это у меня получится как бы... Так, давайте, 5 секунд осталось, давайте. Опа! Все, получилось. У меня теперь есть 10 примагемов. Так, следующее это за... Так, сейчас посмотрим на карте, где следующий квест у нас расположен. Он расположен вот здесь вот. Но самый ближний телепорт у меня только здесь, поэтому перемещаемся сюда. Так, давайте посмотрим. Так, давайте. Что же там будет? Там надо просто уничтожить всех оппонентов, которые там будут написаны. Поэтому мы идем. Так, выдвигаемся, в принципе, 200 метров с чем-то там, поэтому это будет недолго. Так. Угу. Скоро уже будем приближаться. Видите ту штуку, которая там вверх смотрит? Нам как раз таки туда и надо. Так. Так, сейчас бежим. Опа. И заодно можно, например, где-нибудь поставить телепорт, потому что надо как можно больше телепортов ставить, чтобы была возможность... Если будет какой-нибудь челлендж, подойти быстрее, так. Давайте, ой, лягушка пробежала. Смешная такая лягушка. Так, надо походу... О, так, давайте я возьму другого персонажа, потому что у нее пока что левел не такой большой. Так, давайте возьму Сахарозу и побежим на тех хиличурлов. Так, хорошо. Все, битва начинается. Опа, давайте. Опа, так. Возьмем его и начнем всех мочить вот так вот. Вот так вот у нас получилось. А потом я расскажу, какой у каждого левел, чтобы было понятно. Давай. Их тут
их тут целых 9 штук. Так, используем, так сказать, ульту ее, можно сказать. Так, я хочу... Ай, когда останется, например, кто-нибудь слабый или просто мало кого-нибудь, когда останется, я хочу попробовать поиграть за ту Диону, за Диону. Так. Опа, убегаем! Сейчас нас же догонят. Кстати, у Дионы этот есть. Чтобы здоровье прибавилось, вроде бы, эта штука. Я просто не особо помню, если честно. Так. Опа. Ой, на меня слайм упал. А, друзья, подождите. Надо отойти немного. Подождите. Давайте другое лучше. Давайте возьмем других игр... персонажей, хорошо? Так. Ой. На меня бегут. Так, подождите. Сейчас. А, сейчас не могу. Что ж такое-то, а? Ну, перестаньте бежать-то за мной, а? Все, перестали вроде бы. Нет, все же не могу почему-то. Друзья, я вернусь обязательно. Мне просто надо подобрать других персонажей. Вот в чем дело. Так, давайте. Сейчас оставим персонажей. Например, вместо нее я, пожалуй, сделаю Нель, потому что она, например, может добавлять здоровье. Вместо Эмбер она лучника, она не очень сейчас удобна. Так, и вместо Сахарозы я, пожалуй, сделаю его, Беннета. Так, и сейчас у него... Сейчас, как это? Хорошо. Давайте-ка что-то сделаем, потому что... Сейчас, друзья, я быстро перемещусь вот сюда, а потом заново сюда и приду, потому что... когда ты перемещаешься, в общем, к этой статуе, у тебя здоровье пополняется. Из-за этого я сейчас так вот быстренько здоровье у всех восстановлю, и все будет хорошо. Все. А теперь можно и обратно идти. Так, все. Все было быстро. Сейчас я точно смогу всех победить. Мы сможем, друзья. Так, давайте, бежим. Так, а дальше я, кстати, возле той штуки, видели, друзья, когда я отбежала, там какие-то стояли столбы с пира значком. Если что, пира — это элемент огня, и там такой значок огня был. В общем, друзья, если вы, вот, объясняю для тех, кто не играет. Так, давайте, бежим, 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 и сейчас будем лететь. Только надо тут, видите, такая вот энергия, чтобы была... А то без нее нельзя лететь, либо плавать куда-нибудь, и вообще будет плохо. Так, давайте-ка прыгнем. А, нет, можно сразу прилететь. Ну вот, хотя я попаду все же. Попаду. Так. И я уже почти здесь. С кого бы мне начать? Начну с Беннета. Смотрите, у него уже ульта накопилась, и прям сразу им бабац, и ульта будет. Кстати, мой прогресс сохранился, и то, что я убила 3 персонажа, все же этот прогресс сохранился. Потому что знаете, зачем я это говорю? Потому что бывало такое, то, что когда я убивала других персонажей и отходила на время, то прогресс не сохранялся, и мне приходилось заново всех просто... Заново всех опять мочить. Так, давайте резервой. Так, у Наэль ульта, поэтому давайте... Опа! Бей давай! Ему этот надо щит снести. Давай! Все, снесся этот щит. Давайте. Опа! Давайте этот... Опа. Мочим, давай. Так. Давайте. Ой, разозлился. Сейчас слайм прыгнет. Давайте, хотя бы их двоих надо замочить, потому что они самые, знаете, из этих всех хиличурлов они сильные. Хиличурлы, если что, друзья, это вот те чудики, против которых мы сегодня и будем противостоять. Так. Точнее, уже противостоим, поэтому... Так. Давайте. Его надо использовать. Все. А слайм? Ой, ну ладно. Так. Сейчас скоро победим. Ой, так. Все. Надо сейчас его победить. Вот. Так, где все остальные? Все остальные, получается... По этим башенкам. Встали на эти башенки. Так, и как мне его достать сейчас? Вот почему, друзья, должен быть всегда лучник. Мне что сейчас? Так. У меня лучника сейчас нет. И что мне делать? Может, мне на него как-то так с горы, знаете,
Сейчас, все же попробую. Ой, не туда. Все же, друзья, я попробую составить состав. Но я не знаю, получится ли это у меня. Или хотя бы по этим штучкам забраться. Можно же? Да? Или нет? Да, можно, друзья! Фух, наконец-то! Сейчас с этой штуки я его столкну. Все. И тут у Итера накопилась такая вот штучка. И сейчас ему быстро завалим. Опа! Этот гигант пришел. Давайте. Опа! Эффективнее, эффективнее. Так, давайте. Скоро снесем. Давайте. Давайте. Используем-ка его, потому что, чтобы более что-то эффективное было. Так, давайте. Осталось очень мало. Сейчас его замочу. Кидается тут своими слаймами. Этот гигант. Ну, вообще. Так, все, остался только он один. Давайте, друзья, добиваем его. И дальше будем делать другой квест. Или там что-то то, что я в прошлый раз заметила. С таким значком пироэлемента. Эту штуку попробуем сделать. У меня есть пиро-персонажи в отряде. Так, давайте. Опа. Добиваем. Используем Нейль, чтобы здоровье прибавить им. Давайте, хил. Так. Щит сносим. Сейчас он станет слабее, и мы его быстро добьем, друзья, с вами. Опа. Куда он поскакал-то, а? Ну, куда поскакал? Так. Опа. Смотрите, сколько. Опа. И у нее тоже, кстати, ульта у Нейль. Ой, подождите. Так, у Рейзера тоже ульта, но надеюсь, я с Нейли смогу сейчас добить его. Так. Так, ладно, добиваем, добиваем. Фух. Смотрите, метка показывает то, что нам идти в ту сторону. Но так как я заметила там ту странную вещь, давайте-ка посмотрим, что это за вещь. Может быть, я смогу ее сделать, потому что, как я говорю вам, у меня есть... А, тут еще... А, вот этот электро у меня тоже есть. Так. Наверное, сейчас сундук появится, потому что обычно, когда такие штуки выполняешь, появляется обычно сундук. Ну что? Да! Друзья, у нас такой вот дорогой сундук. Так, классно. И теперь перемещаемся, куда нам надо. Надо сюда. Поэтому давайте я ближе всего. Думаю, вот это. Давайте, и поэтому я перемещусь сюда. Так, полетели. Полетели, там тоже надо 5 чудиков замочить. Так. Если вам, друзья, станет интересно, то есть, пишите в комментариях, снимать ли мне еще Геншин, и нравится ли вам вообще. Вы знаете, что тут есть еще? Сейчас быстренько вам покажу. Тут есть такие квесты, и тут есть разные истории с другими персонажами. И это будет интересно, потому что часто, когда есть истории с другими персонажами, то там есть разные анимации с ними, например, где персонажи выполняют какие-то действия. И это выглядит очень красиво и интересно, поэтому вы можете посмотреть. И да, пишите в комментариях, дайте знак, то, что вам нравится, и я буду это снимать. Надеюсь, то, что вам нравится все-таки, потому что мне интересно... Так. Опа! Давайте ульту используем. Сейчас... Замочим их и всем быстренько. И так, давайте. Пока что все получается очень быстро и эффективно, видите, друзья? Так. А, нам надо всего лишь 5 оппонентов. А с вами, получается, не считается, да? Хорошо. Так. Используем такую вот вещь. Все, остался один только враг. Поэтому все получилось. И теперь осталась самая последняя вещь. Это здесь. Перемещаемся сюда. Что же нам предстоит сделать за этот челлендж? Так. Хорошо. Дефитин. Так. Надо, получается, всех замочить без времени. Хорошо. Интересно, сколько там всего будет вообще чудиков разных? Или кто это вообще будет? Так. Интересно, тут их много будет или нет вообще просто, потому что... Потому что... Получается, нам надо сюда нажать, то что... А, нет!
Тут наоборот говорится со временем, типа, то, что время есть. Ладно, всех слаймом завалить и того еще чудика на столбе. Хорошо, давайте попытаемся. Так, у меня есть 3 минутки получается, хорошо? Так, да, хорошо. Сейчас. Опа. Его давайте-ка используем. Потому что он у меня хорошо тоже прокачан достаточно на 40-м левеле. Так. Так, поэтому... Давайте... Надеюсь, я успею... Опа! Я еще пока что ни одного не завалил, но... Не завалила. Так. Ладно, давайте хотя бы одного завалим, что ли. Так, все, один завален хотя бы. Давайте этих троих, смотрите. Он с помощью своей льтой... Ульты может нескольких сразу валить. Так. Давайте что ли похилим всех и заодно завалим. Он не очень сильный, потому что это, эти слаймы огненные, и у него тоже огненный элемент, поэтому он не особо будет полезен здесь, Беннет. Но все же я его использую, чтобы какой-то хоть урон был. Так, а сейчас таки времени у меня остается минута 50. Так, а у меня пока завалено только 3, только 3 слайма, точнее уже 4. Так, давайте, я надеюсь, я успеваю, друзья, по времени, потому что это очень важно сейчас с нами успеть. Все, остается только он один, давайте. Давайте сначала эту штуку отсюда берем быстренько, и он сам отсюда слетит. По сути, этот чудик, он... Сейчас. Так, быстренько, у меня... Минута 20, точнее, минута уже 15, да? Так, ну, в любом случае, это много времени, поэтому нам не особо нужно спешить, но все же постараться надо быть как можно быстрее. Все, получилось. Смотрите, друзья, тут у меня засветился квест. Давайте-ка нажмем и посмотрим, что там. Смотрите, история открылась. Но, так что? О, у меня есть один ключик. Так, то есть получается... Историю можно только открыть, когда, кстати, все же хочет, чтобы я сюда зашел или что? Или просто... Так. Что он хочет, чтобы... Получается, нам надо накопить 8, как я поняла, ключиков, чтобы... Подождите, я сейчас посмотрю, я не очень, я не особо поняла. Так, нам надо накопить вот таких вот... 3 ключика, что ли, чтобы сделать какую-то историю, связанную с персонажем. Но это точно я сделаю не сегодня, потому что сегодня у меня не получится. О, и здесь что-то появилось, кстати. Так, о. Прогресс такой. Ладно, и сейчас я хочу посмотреть, сколько у меня примагем вообще накопилось. 150. Еще 10 примагемов, друзья. И я могу открыть баннер. Покрутить крутку. Так, смотрите, я сейчас перемещусь, и мне надо кое-что там забрать, как награду, поэтому я сейчас пойду туда. Так, пойдемте, друзья. Так, сейчас приду туда, такое, что можно забрать. Смотрите, вот здесь засветилось. Опа, смотрите-ка, сколько есть. Так, сейчас посмотрим, сколько. Опа, смотрите, я могу открыть. Хочу открыть, например, Хутау пусть будет. Давайте. Все. Опа. Я не знаю, мне кажется, никто не выпадет, потому что за сегодня и так выпала Диона из-за этого. Ну, короче, выпала такая штучка, но... Тоже хорошо. И, друзья, мне кажется, в общем, на этом, в принципе, можно заканчивать. Потому что прошло уже много времени, и осталось еще много вещей, которые мы можем с вами вместе здесь поделать. Из-за этого, мне кажется, ну, как я и говорю, пора на этом заканчивать. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока, друзья!